первом месте, наверное, был это прощальный матч. Я хотел его сыграть в официальной игре на своем стадионе при своих болельщиках. Сложилась такая, тем более, обстановка, когда Юрий Павлович еще тренер, ребята, с кем я еще играл, тот же Олег Пашенин, там Саркис Оганесян, все они в тренерском штабе, там Заур Хапов. Поэтому все как нельзя лучше, можно сказать. Вспомнил это чувство, когда я еще был футболистом таким. Конечно, нервничаешь, всегда нервничаешь перед любой игрой. Если не нервничаешь, то уже пора заканчивать, когда играешь. Поэтому... Иван Карпов. Ну, это все нервы все до свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом все это улетучивается, и ты весь в игре и забываешь об этом. Сегодня было просто супер. Кричалки, они, болельщики, вообще всю игру поддерживали. И Юрия Павловича, и команду. Вот. Хотелось бы, чтобы это вернулось, чтобы это было в каждой игре так. Но это в большей степени зависит от нас, наверное, от футболистов. Ну и от тренеров, конечно. Чтобы болельщики ходили на футбол. Сегодня было вообще что-то невероятное. Особенно я даже пропустил третий гол, пока читал все, что было Юрию Павловичу. Болельщики написали. Поэтому просто супер.